А сейчас мы вам покажем новый промо-ролик новостей 7 канала. Мы снимали его с помощью самого современного телевизионного оборудования прямо вот в этой студии. Важную роль в ролике, как и вообще в наших новостях, играет 3D-графика. В сегодняшнем выпуске, например, мы использовали ее уже в двух материалах. 3D-графика позволяет нам рассказывать о событиях нагляднее и ярче. Ролик мы запустим на 7 канале завтра, но вот зрителям наших новостей мы покажем прямо сейчас. Это студия новостей 7 канала, откуда каждый будний день в 19:00 мы выходим в эфир. Что бы ни случилось, даже если, не знаю, сверху упадет автомобиль, даже если начнется мощное землетрясение. Мы будем здесь и расскажем вам о самых интересных и важных для вас событиях с помощью самых передовых телевизионных технологий. Увидимся в 19:00. До встречи на 7 канале.